Give me a little bit of volume on this. Всем привет, меня зовут Аня. Мне 9 лет. Я увлекаюсь танцами, гимнастикой и плаванием. Я хочу быть телеведущей, потому что хочу прославиться на весь мир. Голосуйте за меня. Всем привет, меня зовут Катя, мне 10 лет. Я увлекаюсь музыкой, играю на фортепиано и на гитаре. Голосуйте за меня. Всем привет, меня зовут Соня, я занимаюсь балетом. Я очень смешная и забавная, хочу стать телеведущей. Голосуйте за меня. Привет всем, меня зовут Настя, я увлекаюсь музыкой, хочу стать телеведущей. Голосуйте за меня. Всем привет, меня зовут Влад, и я занимаюсь компьютерными играми, но больше мне нравится баскетбол. И я хотел стать телеведущим, потому что это прикольно, ты можешь побывать в разных странах, и голосуйте за меня. Всем привет, меня зовут Даша, мне 12 лет, я увлекаюсь баскетболом и волейболом. Очень хочу стать телеведущей и хочу вести передачу именно про спорт. Голосуй за меня. Всем привет, меня зовут Настя, мне 12 лет. Я занимаюсь волейболом и вейкбордом. И вообще очень люблю спорт. Еще очень хочу стать телеведущей. Голосуйте за меня. Всем привет, меня зовут Юля, мне 16 лет. Я увлекаюсь игрой на гитаре, изучаю испанский язык. Я хочу стать телеведущей, потому что это очень здорово. Голосуй за меня. Всем привет, меня зовут Полина. Я всегда мечтала стать телеведущей. Я занимаюсь конным спортом. У меня очень много увлечений. Я разговариваю на английском языке. Голосуй за меня. Привет, меня зовут Егор. Я увлекаюсь тхэквондо. Я хочу стать телеведущим. Голосуйте за меня.